Всем привет, друзья. Нет. Здоровки. Ребят, всем привет. Здравствуйте. Это канал Акстар. Добрый вечер. Это Ярик. А вдруг ты днем Акстар. Добрый день. Черные перчатки просто по приколу. Сегодня здесь на канале Акстар. Кстати, не забудь подписаться на мой канал. Оставь ссылочку, прям вот большую ссылку. Оставлю ссылку на твой канал, подписывайтесь на меня. Взрывные припевы. Сегодня мы споем для тебя песню с самым взрывным припевом. Это просто, это рай для ушей. Ты просто вот делаешь погромче и слушаешь песни, и вообще и на душе становится горячо, горячо. Горячо, горячо. Да. Я солдат с нет. Я солдат недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Обрывайся и сразу погнали следующую. А ты хочешь, чтобы тебя любили? Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби. Подлито такое. Я тебе уже о нем рассказывал, но о хорошем нужно говорить много. Хочу порекомендовать тебе приложение Timbro. В этом приложении ты сможешь научиться играть на гитаре, как фингерстайл, так и аккорды. Его главное преимущество в том, что он считывает звук с микрофона в реальном времени и позволяет понять, правильно ты попадаешь в ноты, ритмично, в общем, чтобы все было красиво и классно. Тут есть огромное количество песен, которые разбиты на уровни сложности. То есть, если ты играешь не очень хорошо, можешь сначала сыграть первый уровень сложности, потом уже перейти на более сложный. Также есть огромное количество упражнений к этим песням, то есть потренироваться перед каждой песни. Давайте для примера возьмем группу «Кино Кукушка». Приложение абсолютно бесплатно и для Android, и для iOS. Вы можете его скачать по ссылке в описании. Самая верхняя ссылка. Скачивайте, классно играйте. Что ты хочешь? Timbro, Timbro, Timbro. Смотри, что есть, а? Timbro, как Ярик, бро. Наклеечки Timbro, а? Кто хочет такие наклеечки на гитару? Учись играть у Timbro. Ногу поднять и тоже лайк поставить. Эта песня должна была сюда попасть. Подпевай. Я помню белые обои, черная посуда. Нас хрущевки двое. Кто мы, откуда, откуда? Забегаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему Акстар так быстро играет аккорды? Чего быстро? Не быстро, торопись просто. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе. Типа, когда запорол аккорд, типа, притворись, что не запорол. Так и есть. Ты чё? Не стесняюсь. 2000 баксов за сигарет, и даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить, и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать. 2000 баксов, 2000 метров, 200 минут еще до рассвета. 20 секунд, чтобы решить, 20 секунд. Слушай, гулял когда-нибудь по району? Гулял когда-нибудь по районам, по кварталам? По жилым массивам. Уходил оттуда красиво? Не, я в это время к логопеду ходил, чтобы не запинаться. Да? Давай. Не, давай аккордами. Зачем нам? И вот.
Еще припев другой. АМ, ДМ, ЕМ. Я ревнучий так старокордом. Короче, АМ, ДМ. Бой. Да, да, фингерстайлом. Одну песню простят. Ой. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Дай. Дай, погнали. Все, весь припев? Два слова? Да. Девочка, девочка с улыбкой на лице, для тебя на гитаре я сыграл варе. Посмотри хоть разок с улыбкой на меня, дай прыщ, пыщ, пыщ, я люблю тебя. И все идет по плану. И все идет по плану. Хорошая песня у Нойза. А у него называлась вообще «Все как у людей»? Да. Конч. Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Ты снова лучше всех, отдачу маму билеты, мы переживем. Достаточно взрывно, мне кажется. Не забывай подписываться на канал, на его, конечно же, канал. Спасибо вам большое. Спасибо. И хочу напомнить о розыгрыше. Подожди, скажи ты. Ссылка на мой канал в описании. Да, ссылка на мой канал в описании. И, конечно же, розыгрыш гитары от Акстарыча и компании Baton Rouge. Все, что вам нужно, чтобы получить эту гитару, вам нужно подписаться на мой инстаграм, поставить лайк, оставить любой комментарий, и вы участвуете в розыгрыше гитары Baton Rouge. Она звучит шикарно. Согласись, хороший звук. Звук отличный. Но моя гитара лучше. Mm-hmm. Да. Всем пока. Это моя гитара. Всем пока. Она ж типа... Пока. Это ж моя гитара. Не выключай, я хочу пообщаться с твоим подписчиком. Слушай, у меня батарейка мергает. В общем-то, ребятки... Общайся. Всем большое спасибо. Большое спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Вот. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо.